Импровизированный круглый стол за наш, за нашу поляну около костра. Костры в виде телевизоров. Ladies and gentlemen, welcome to our improvised round table. Пропал Центробанк, да? We are missing the Central Bank. Да, найдите, пожалуйста, Олег. Could you find them, please? Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами начинаем дискуссионную сессию, посвященную защите кредиторов не банков в делах о банкротстве. Статистические данные сегодня таковы, и за это мы можем поблагодарить Интерфакс. К счастью, с ноября прошлого года Интерфакс стал считать раздельно эффективность процедур банкротства для залоговых и для незалоговых кредиторов. И вот та статистика, которая была озвучена, она, в принципе, конечно, была ожидаемая. Если мы берем среднюю температуру по больнице, то незалоговые кредиторы практически ничего не получают в процедурах банкротства. Формально, да, если верить цифрам, поправляет меня Олег Романович, понятно, что процедуры банкротства интересны и неформально удовлетворение происходит сегодня, к сожалению, благодаря в том числе неэффективности правилам о торгах, получению контроля над определенным имуществом. И хочется надеяться, что, наконец, в этом году мы все-таки получим более эффективное законодательство в этой части. По крайней мере, мы в это очень верим. Но наша задача другая – попытаться все-таки создать механизмы тем кредиторам, которые на стадии механизмы защиты при банкротстве тем кредиторам, которые на стадии вступления в отношения с возможным в будущем банкротом находятся в заведомо проигрышной позиции. Они как банк не могут заставить своего контрагента предоставить соответствующее обеспечение. И статистика такова, что почти 18% получают за счет процедур банкротства залоговые кредиторы, и менее 2% получают незалоговые кредиторы. То есть практически не получают ничего. И вот мы как раз сегодня с вами попытаемся пообсуждать, насколько наш правопорядок готов к тому, чтобы иные обеспечительные конструкции, которые существуют в зарубежных правопорядках, все-таки появились в нашем российском праве. Обсуждать мы будем две конструкции. Это зачет и его обеспечительную функцию, и так называемый, мне больше нравится слово, арестный залог, все-таки, хотя кто-то привык к более громкому термину арестантский залог, он более кричащий, но все-таки я не сторонник смешивать уголовное право с гражданским. И сегодня у нас очень интересные спикеры. Я представлю всех. В первую очередь я представлю нашего большого друга. Когда я его представлял 3 года назад на первом форуме по банкротству, я говорил, что это восходящая звезда в науке, в банкротной науке Германии. Сегодня я уже могу сказать смело, что эта звезда взошла. Это действительно один из самых авторитетных банкротных специалистов Германии, Стефан Мадаус. Мы его очень рады приветствовать. И формат стола будет такой. То есть первым мы дадим слово ему. И уже с опорой на немецкий опыт мы развернем дискуссию среди отечественных экспертов. Среди отечественных экспертов у нас Екатерина Абашеева, представляет Центральный банк, который, как я знаю, тоже такой небольшой спойлер. Мы оставим Екатерину в завершении нашей дискуссии, она подведет итоги с позиции госоргана и регулятора.
на всю нашу дискуссию. Также представляю моего друга и коллегу Константина Гречанина. Представляю с не меньшим удовольствием Андрея Смирных, представителя Сбербанка. Обязательно к нам буквально минут через пять присоединится Юлий Тай, поэтому я такое долгое вводное слово в том числе взял. И с не меньшим удовольствием представляю самого великого и ужасного специалиста по банкротству. Сегодня, вот видите, он с бородой, да, настраивается, все-таки председателя банкротного клуба, национального, надеюсь, будущего объединения всех специалистов по банкротству и самого, наверное, действительно страшного специалиста в области банкротства, в хорошем смысле, потому что Олег Романович, наверное, на сегодняшний день один из лучших специалистов по банкротству в России, экспертов. И при этом он добрый и очень хороший человек. Что касается нашей проблематики, то мы подготовились, мы изучили зарубежный опыт вместе с Центробанком. И в преддверии предоставления слова Мадауса тоже примерно скажу, почему эта проблема нас заинтересовала, почему здесь российский правопорядок идет не в одну ногу с зарубежным правопорядком, и какие существуют крайности. Лишний раз, чем больше я занимаюсь правом, тем я больше убеждаюсь, что слово «система права» — это, наверное, самое главное слово. Все знают, что Великобритания — это самая яркая прокредиторская банкротная модель, где кредиторы достаточно сильно защищены, по крайней мере, последний оплот, который борется с Chapter 11 и борется с кодексом о банкротстве и пытаются идти своим путем. Так вот, Великобритания, согласно нашему исследованию, кредиторы с зачетом более всего защищены. Там зачет при банкротстве происходит автоматически. Кредитору даже не надо делать заявление. То есть наступила процедура банкротства, те кредиторы, у кого были взаимные обязательства друг перед другом, они исключаются из этого банкротного спора. То есть оставшиеся кредиторы, не имеющие взаимных требований с контрагентом, они уже распределяют оставшийся актив. А те, у кого были взаимные обязательства, они устраняются. И что самое забавное, когда мы читали английских авторов, Англия говорит, что это справедливо. То есть такой подход, он отвечает принципу справедливости, когда кредитор действительно, вступая в отношения, защищен тем, что он даже не в силу заявления, а автоматом получает тот самый зачет. Есть два других правопорядка, и часто эти правопорядки очень сильно воюют на российской почве, это французский и немецкий правопорядок. Они в целом схожи, но про немецкий более подробно расскажет Мадаус. Там для того, чтобы кредитор, имеющий встречные требования к должнику-банкроту, был защищен, ему все-таки надо сделать заявление. Во Франции до 2016 года тоже такое заявление не делалось в силу общего их просто регулирования, что до 2016 года автоматически по дате наступления обязательств обязательства прекращались. С 2016 года во Франции тоже не так, заявление нужно сделать, и применительно к банкротству у них пока какого-то четкого регулирования нет. И вот стали появляться только первые дела, а как же защититься в этом случае во Франции кредитору банкрот? И защищаться, и французский правопорядок стал, вот, наверное, среди этих трех самый более жесткий, потому что суды стали рассматривать вопрос разрешения и допуска зачета к зачету через ряд фильтров. И основной фильтр – это то, что отсутствие наличия прямого договора, то есть не должно быть по цессии. То есть если ты купил требования в преддверии банкротства, ты уже не можешь воспользоваться зачетом. И ряд других ограничений. Сегодня французский правопорядок, к сожалению, поскольку у нас нет представителя, мы не будем подробно анализировать. И есть Российская Федерация, где в силу судебной практики, дело Высшего арбитражного суда, опять-таки не в силу закона, подчеркну, а именно в силу судебной практики, которую сформировал
Высший арбитражный суд, что подтверждает тезис, что, к сожалению, не все постановления Президиума Высшего арбитражного суда одинаково полезны. Вот. Но в 2013 году Высший арбитражный суд сказал, что зачет при банкротстве недопустим. То есть, если введена процедура, то нельзя делать заявление о зачете в принципе. И Высший арбитражный суд пошел по тому пути, который английский правопорядок как раз считает несправедливым, что контрагент должен все вернуть в массу, а сам получить в ответ всего эти самые 2% по российскому праву. И Верховный суд пока эту позицию в принципе поддерживает. Не прямо, не конкретными определениями, но, по крайней мере, он ее не опровергает. И суды следуют этой самой позиции. И, я имею в виду, поддерживают позицию Высшего арбитражного суда. И суды не допускают зачет при банкротстве у нас пока. Но при этом появляются какие-то альтернативные конструкции, сальдо и прочее. Мы сегодня их не будем обсуждать так пристально. Ну, или, если спикеры сочтут возможным, они об этом несколько слов скажут. И есть также несколько правопорядков, близких, наверное, к российской модели. Также зачет запрещен в Польше и в прибалтийских государствах. То есть, если, опять-таки, посмотреть по карте, то это не самые, наверное, эффективные европейские экономики. И вот давайте мы как раз перейдем к самой эффективной, наверное, европейской экономике, к локомотиву Евросоюза, Германии, да, и вот как раз к немецкому правопорядку. Пожалуйста, Стефан, расскажите нам и о зачете при банкротстве и об арестном залоге. Да, я не сказал несколько слов, но я думаю, все юристы, все, кого интересует эта проблематика, уже также знают, что залог из ареста, который попал к нам из немецкого права, также в гражданский кодекс, он также судебной практикой Верховного суда не разрешен сегодня при банкротстве. То есть он не работает при банкротстве. И вот, пожалуйста, Стефан, мы будем очень признательны вам, как первому выступающему, мы дадим чуть побольше времени, если вы расскажете о том, почему вы допускаете эти модели, почему кредитор, получивший арест, он залоговый кредитор в банкротстве в отношении этого имущества, и почему кредитор, имеющий долг перед своим же контрагентом, тоже более защищен в банкротстве, чем иные кредиторы. В чем вот обеспечительная функция? И я вас попрошу прокомментировать и попытаться ответить на главный вопрос оппонентов и противников зачета и ареста при банкротстве. Вот на ваш взгляд, не нарушается ли здесь тот самый принцип пари пассу, вокруг которого крутится банкротное право, и нет ли вот здесь какого-то неравенства? Спасибо. Спасибо за приглашение. This is about what I can say. Ну, это почти все, что я могу сказать по-русски, по крайней мере, публично. Я очень рад сюда приехать и что-то пояснить. Ну, во-первых, может быть, у нас экономика и эффективна, но в банкротстве мы по-прежнему чудес не творим, и результаты у нас тоже статистически такие же. Примерно обеспеченные кредиторы получают 17-20%. 20% долга, не обеспечены около 2%. Так что проблема с банкротством в том, что банкрот не может платить, и бизнес надо либо продавать, либо реструктурировать. Цифры невелики, потому что при ликвидации предприятия цены низки. Если эффективен аукцион, они могут быть чуть выше,
выше, но все равно нужно покрыть административные расходы, большие активы обременены, и мало что остается для необеспеченных кредиторов. В то же самое время важно, насколько вы обеспечены, и поэтому важно и существенно решение о том, признать ли кого-то обеспеченным или необеспеченным кредитором. И это общий принцип, когда мы сопоставляем юридические правовые системы во всей Европе в проекте, спонсируемом Институтом европейского права, изучается этот вопрос. Но также и в США мы находим общее правило, которое применяется глобально. В принципе, как первый шаг, закон о банкротстве должен учитывать существующие до банкротства права. Так что если у вас есть право по гражданскому кодексу, то ваши права должны быть защищены. Если у вас есть право на залог, приобретенный до банкротства, до начала банкротства, то оно, в принципе, должно уважаться. Эта позиция должна уважаться, и вы должны что-то получить как обеспеченный кредитор. Это принцип. Если вы пользуетесь исключением из правила, оно требует оправдания. Конечно, из этого принципа есть исключения. Есть акции, действия по уклонению от каких-то обязательств. Есть, иногда выдвигаются аргументы принципе пари-пассо, потому что обеспеченный кредитор должен иметь предпочтительный доступ к доходу от определенного актива, и вы выпадаете из принципа пари-пассо, но это, в общем, все равно подчиняется первому принципу, то есть уважению прав, существовавших до банкротства. Я бы сказал, что мы уважаем права, существующие до банкротства, так что фактически, фактически защищенные кредиторы не равны. Что касается зачетов, если применять этот принцип, то зачет, если это позиция, которую вы приобрели до начала дела о банкротстве, и есть какие-то требования до начала банкротства, то зависит от гражданского кодекса, является ли этот зачет автоматическим или он потребует подачи заявки. В большинстве юрисдикций требуется такая заявка, и если вы требуете зачета, вы можете потерять право на заявку. И кроме того, речь может идти о ликвидации требований против вас. И хотя вы теряете собственную заявку, по которой вы получите только 2%, так сказать, активов как необеспеченный кредитор, вы можете зачитать по крайней мере столько же, сколько вы сами должны должнику. Это будет иногда больше 2%. Так что в принципиальном плане вы обеспеченный кредитор, потому что вы можете, так сказать, погасить то требование, которое имеет к вам ваш должник. Это звучит так, что права на зачет должны уважаться до тех пор, пока они возникли до начала банкротства. Это принцип в большинстве юрисдикций, и в том числе в немецком праве. Есть раздел 94 нашего кодекса о банкротстве. Это краткое предложение, где говорится, что существовавшие до банкротства права на взаимозачет должны уважаться.
ситуация, но есть и закон об избежании каких-то требований, есть стимул для того, чтобы стать должником, должника, чтобы у вас было право на взаимозачет и улучшить свою позицию. Мы отвечаем на это правилом, который говорит, что если вы приобретаете свое право на взаимозачет, став должником перед активами должника, мы не будем удовлетворять такое требование и стараемся избежать таким образом злоупотребления правом на зачет. То же самое касается зачета из ареста. И немецкая правоприменительная практика по удовлетворению ваших требований, если ваше требование было предъявлено до того, как банкротство началось, то есть, так сказать, правила об уважении этого требования, и вы можете приобрести залог на этот актив. Этот актив может быть в руках судебного пристава, но у вас есть право на требование залога из этого ареста. Если у вас происходит банкротство должника, у вас есть, естественно, залог, который обеспечит вам защиту, то есть, грубо говоря, вы становитесь обеспеченным кредитором, то есть вы переходите в лучшую категорию. Конечно же, существует ряд исключений. Еще одно исключение – это наш закон об уклонении. Если вы действительно пытаетесь уклониться от какой-то транзакции, то тогда ваш залог не будет удовлетворен. У нас есть решение Высшего гражданского суда, которое говорит о том, что если вы действительно требуете обеспечения вашего залога с помощью правоприменения, то есть если вы получили такой залог в течение 3 месяцев до начала процедуры несостоятельности, то есть это говорит о том, что вы знали о предстоящем банкротстве, то есть вы действовали недобросовестно. И если вы продолжаете пытаться взыскать свои требования, это говорит не о добросовестности, вы знали об этом за 3 месяца, то есть ваши требования будут не удовлетворены. Также у нас есть еще более строгое правило, это период look-back, если вы получили, если вы требуете взыскания за месяц до наступления процедуры несостоятельности, то также ваше взыскание будет не удовлетворено в связи с законодательством об уклонении, avoidance law. Если вы знаете о предстоящем банкротстве и пытаетесь с помощью судебных приступов получить имущество с помощью ареста, опять же, такой залог не будет учитываться в процессе несостоятельности. Но если этого не происходит, то вы являетесь полностью обеспеченным кредитором и имеете все права обеспеченного кредитора. Это основополагающие принципы. Я хотел бы также напомнить вам, что с точки зрения международных стандартов мы должны пытаться уважать права, которые были у должников до наступления процедуры несостоятельности. За исключением тех случаев, когда мы видим недобросовестное поведение. В этих случаях у нас действуют определенные гарантии, те, которые я уже упомянул, например, попытки удовлетворение требований за месяц до наступления банкротства, то есть это все соответствует нашим требованиям законодательства об avoidance law. Это то, о чем я хотел бы сказать в первую очередь. Спасибо, Стефан. У меня к вам несколько вопросов. Первый вопрос по... Сейчас. Есть несколько вопросов, и первый вопрос в отношении зачета. Я правильно понял, что
для целей оспаривания зачета при банкротстве для нас важна не дата совпадения взаимных обязательств, а дата именно вступления в отношения, заключения договора, контракта, который противопоставляется с точки зрения определения близости к возбуждению дела о банкротстве. У вас должно быть право на зачет до наступления несостоятельности. Это право закреплено в гражданском законодательстве. По законодательству Германии у вас есть требования, неважно из какого источника оно поступает, может быть, оно обусловлено контрактом, либо это налоговое требование. То есть у должника также должны быть требования к вам, неважно из какого источника они поступают. В тот момент, когда они противопоставлены друг другу, возникает право на зачет, вне зависимости от того, когда было подано первое требование. Здесь все сводится к такой ситуации, когда может наступить зачет. Момент, когда может наступить зачет, это тот момент, который является важным для защиты. Это не обязательно декларировать, поэтому, когда должник входит в процедуру банкротства, вы можете свободно решить, объявлять о зачете, либо не объявлять о зачете и уже направлять свое требование. Может быть, у нас идет процедура реструктуризации, вы не хотите терять свое требование. Это важно для банков, для налоговых органов. Возможно, вы хотите оставить ваше требование, и вы должны соблюдать все права, но в большинстве случаев ликвидации или конкурсных производств в Германии вы можете объявить о своем праве на зачет, и, как правило, как только вот эти два требования встречаются, этот момент должен быть до процедуры банкротства. И второй вопрос, Стефан, в отношении арестного залога. Может ли таким залогом воспользоваться по своим требованиям налоговый орган? То есть, если налоговый орган наложил арест на какое-либо имущество, он также может этот инструмент использовать, и налоговые публичные требования тоже будут защищены таким залогом. Я правильно понимаю? Да, для них это сделать даже проще. По немецкому налоговому законодательству налоговые органы имеют право на удовлетворение требований. Они могут накладывать арест без обращения в суд. Если они это делают, то тогда эффект от ареста будет таким же. То есть у нас даже нет каких-то отдельных требований, если они сделаны после наступления банкротства. То есть здесь применяются те же самые правила. И последний вопрос, Стефан. А если аресты получены очень близко, допустим, один кредитор получил сегодня арест на имущество, второй кредитор на то же самое имущество получил арест завтра. Каково их будет правовое положение в банкротство? Будут ли они равными или созалогодержателями, или они будут рассматриваться как первый залог и последующий? Если я правильно понимаю, да, на то же самое имущество, на тот же самый актив. В немецкой правоприменительной практике соблюдается правило приоритета. Если вы первый, вы первый. И неважно, насколько вы опережаете со своим требованием на день, на час. Иногда это зависит от быстроты действий приставов, но у нас есть публичная система приставов, они распределяются территориально.
реально. Поэтому, если вы обращаетесь к одному приставу, здесь всегда действует правило приоритета. Если даже вы хотите наложить арест на недвижимое имущество, вы обращаетесь в публичный реестр. Это, как правило, орган власти по региону. Поэтому тот, кто направляет требования первым, получает правило приоритета. Спасибо. Спасибо, Стефан. Но, как я понимаю, вот это как раз и было, наверное, таким основным упреком сторонникам залога из ареста при банкротстве. Как раз вот эта несправедливость. Почему кто-то успел раньше, кто-то чуть позже. И вот российские юристы, опять повторюсь, те, кто против этого залога, вот Артем Георгиевич Карапетов здесь с нами, он как раз против именно такого подхода и такой модели. Но прежде чем перейти к обсуждению, я хотел бы поблагодарить Стефана за одновременно краткий и обстоятельный рассказ и подарить ему книгу. Стефан, кстати, знает по-русски, он учился еще в ГДР русскому языку, не так хорошо, как по-немецки, конечно, и английски, но я думаю, он сможет прочесть эту книгу. Это книга Гольмстона «Учение о праве кредитора опровергать юридические акты, совершенные должником в его ущерб». Книга издана при поддержке Банкротек. И там как раз очень много оппонирования с немецкими авторами. То есть, по сути, наш юрист оппонирует немецкой доктрине, что у нас сегодня и происходит. Ну, в определенной степени, можно сказать, наш, да, юрист. Прежде чем мы перейдем к обсуждению, я прошу вывести на экраны вопросы, по которым мы сегодня должны будем проголосовать. И у всех есть, надеюсь, мобильные телефоны и смартфоны. И я думаю, у всех есть в этих мобильных телефонах и смартфонах приложение Legal Forum 2019. Вот если у кого нет, пожалуйста, установите. Можно на любую операционную систему это сделать. И мы будем признательны, если вы будете активны с нами в обсуждении, если вы будете голосовать по тем вопросам, которые, в принципе, и будут сегодня задаваться участникам дискуссии. Первый вопрос, общий такой, наверное, необходимо ли расширять обеспечительные инструменты при банкротстве, но имеется в виду в российском праве, конечно же. Второй вопрос. Необходимо ли защитить сделку зачета от оспаривания при банкротстве, определяя дату совершения сделки сроком совпадения обязательств? Ну, если вы считаете, что надо защитить, но каким-то иным способом, независимо от даты, на этот вопрос тоже можно отвечать положительно. То есть не быть буквоедом, не быть буквалистом, а отвечать из концепции защиты зачета при банкротстве. И третий вопрос. Необходимо ли разрешить действие залога из ареста при банкротстве в российском правопорядке? Тоже, пожалуйста, голосуйте. Посмотрим заодно, скажем так, среднее мнение российских профессионалов, российских юристов по этому вопросу. Ну а я вас не призываю голосовать прямо сейчас, все-таки дождаться дискуссии, сделать это ближе к концу. И сейчас мы слово предоставляем Олегу Романовичу и попросим его ответить на все эти три вопроса. Спасибо большое, Ростам Чинизов, по-моему, не Роман. О, вот так лучше, да. Спасибо большое, Рустам Тимурович, в том числе спасибо за такое теплое представление. Я действительно очень рад выступать сегодня здесь в качестве председателя Национальной ассоциации специалистов по банкротству и управлению проблемными активами «Банкротный клуб». Это организация, которая неформально действует с 2016 года, а в декабре прошлого года была зарегистрирована как формальная ассоциация, и мне приятно, что вот сегодня среди участников нашей панели есть три формальных члена банкротного клуба и два члена ее наблюдательного совета, и я с удовольствием приглашаю всех, кто сидит сейчас здесь и будет смотреть это видео, вступать в наши члены, поскольку наша основная задача – объединить профессиональное сообщество, в том числе как раз для того, чтобы быть тем, кто собирает представление сообщества о том, что бы нам нужно было изменить, поскольку действительно, в общем, вот это вот отрицание обеспечительного характера зачета
и арестного или арестантского залога. Это, в общем, в этом смысле российский правопорядок выглядит очень экзотично на фоне мирового опыта. И дело, конечно, не только в экзотичности. Насчет Польши посмотрим. Вот, мы еще проверим это. Вот. Ну, а если серьезно, то дело не только, конечно, в экзотичности, а дело еще в том, что, конечно, это очень сильно ослабляет эффективность экономики, потому что это ослабляет кредит, делает его менее эффективным. Вот сегодня утром, выписываясь из гостиницы и зная, что я сегодня буду выступать на круглом столе по зачету при банкротстве, мне сотрудник гостиницы говорит: «Сальдо в вашу пользу 500 рублей». Так, подумал я. Вот, это знак. И ведь действительно очень часто, когда мы заселяемся в гостиницу и у нас просят депозит, это же они зачем делают, да, чтобы, ну, вот потом, если я не заплачу, защититься. И это, в общем, такая штука, которая понятна вот любому человеку, что, ну, вот ну, там, в нашем случае сложилось сальдо в их пользу, могло сложиться в мою пользу. И вообще говоря, вот возможность таким образом защищаться, возможность иметь взаимное доверие, поддерживаемое правопорядком, это очень важная штука. Более того, в плане зачета это особенно поразительно, потому что вот на этом форуме мне повезло познакомиться с профессором Хоффманом, работа которого вошла в шорт-лист премии форума по частному праву. Вот я держу и ее. Вы с ней не расстаетесь? Пока не расстаюсь, да. Хотя вот я держу в руках его работу. И, собственно, мы вчера с ним записали очень хорошее интервью, оно будет доступно. Так вот, поразительно, что как раз профессор Хоффман обосновывает, что, собственно, один из немногих обоснованных случаев привилегии в банкротстве – это как раз зачет. И именно он в России пока скорее запрещен, хотя вот то, что Константин Муроч об этом не стал говорить, а штука интересная заключается в том, что Верховный суд вслед за высшим арбитражным судом и вслед за законодателем, потому что вообще первым идею разрешать зачет начал законодатель, когда сказал: а давайте вот при банкротстве финансовых организаций назовем зачет нетингом и разрешим его. Интересная техника, подумал высший арбитражный суд и сказал: а давайте при банкротстве участников лизинговой сделки назовем зачет при расторжении контракта сальдо и разрешим зачет. Верховный суд сказал: а мне тоже нравится. А давайте по договорам подряда при расторжении договора скажем, что этот зачет называется сальдо, и мы его разрешим. То есть вот эта тема такого заколдовывания, давайте назовем зачет или нетингом, или сальдо, и тогда он будет возможен, она вообще понравилась про порядку. И более того, у нас уже три таких случая. Финансовый рынок, лизинг, подряд, а все остальные смотрят и думают, а чем мы хуже? Вот, например, типичная простейшая ситуация. Как вы знаете, легче всего взять ипотечный кредит в каком банке? И вообще кредит в каком банке? Где у тебя уже есть долг, да? Где у тебя есть активы. Нет, где у тебя уже есть активы. Где есть счет, где активы. Да, где ты держишь свои денежные активы. Что обычному человеку взять ипотеку проще всего в таком банке? Правда ведь? Что имеющему. Вот, да? Что обычному заемщику? Но ужас в том, что в России при банкротстве банка, если, например, тебе выплатили годовую премию, или ты заработал много денег, ты выиграл классное дело в суде, получил гонорар успеха, тебе зачислили на счет, и тут бабах, отозвали в этом банке лицензию, а у тебя кредит в нем. Ты не можешь сделать зачет. Представляете, да? Какое издевательство над людьми. И как люди, они не понимают этого. Почему? Почему я не могу сделать зачет? Более того, ты даже страховое возмещение по вкладу не можешь получить. Потому что из запрета на зачет вытекает такая интересная конструкция, как то, что тебе не выплатят страховку по вкладу, пока ты свой кредит не вернешь. Учет встречных обязательств называется, да? Вот, так что, в общем, и это, конечно, ужасно, потому что это подрывает доверие. Потому что, ну, причем поразительно, что одновременно наш правопорядок, например, говорит, что если мое встречное обязательство перед массой не денежное, например, если я арендатор, и банкротится арендодатель, и у меня арендованная вещь, то я в силу удержания буду иметь залоговые права в отношении конкурса. Олег Романович, поскольку у вас две минуты, вот все, давайте, нет, да. Все-таки вы ответите на вопрос, да, оппонентам, противникам зачета и залогового ареста. Вот, да, уважаемые противники залогового ареста. Ну, собственно, наверное, главный здесь и практически единственный, честно говоря, вот я, кроме Артема Георгиевича... Ну, вот Михаил Церковников говорит, что он тоже противник. Вы противники арестного залога, Михаил Александрович?
А Шварц специалист по материальному праву. А вот все-таки... Вопрос. А это просто материального права, а не процесс. Вы против, Михаил Александрович, арестного залога? А Франция ведь за. Ну ладно, ну а если серьезно, то уважаемые противники арестного залога, без арестного залога неэффективен арест. Если арест не дает залога, то тогда он не дает эффективной защиты взыскателю. Потому что если продавец продает вещь, то покупатель плохо защищен. Потому что ему надо идти там или оспаривать сделку, или еще что-то. И это очень плохое решение. Вот, поэтому все-таки мне кажется, что вот... Более того, есть еще очень важная штука. Причем вот об этом тоже, кстати говоря, может быть, не знаю, специально или нет. Но не зря Штефан сказал, что налоги не имеют приоритета в Германии, как и у нас, к счастью. Ну, кроме вот, к сожалению, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Но это отдельная тема. Да? Но в целом налоги в России не имеют приоритета. И это приводит к такой очень тяжелой проблеме, что налоговый орган в России всегда проигрывает. Потому что банки, они и не банки тоже, они то тут, то там залоговые. Да, и вот у них вот где-то 2%, где-то 20%. А налоговый орган все время проигрывает, у него все время 2%. Вот. И ему, конечно, это очень обидно. И он говорит, так равенства тут на самом деле нет. Потому что на самом деле банки, они могут взять залог, а я же не могу взять залог. И поэтому он все время выпрашивает себе приоритет. То вот у Верховного суда получил страховой взнос, да, то вот законодателя вот в прошлом году пытался получить, да. И при всем при том, что я против приоритета налогов, но мне понятно, что вот эта система, что налоговый орган никогда не имеет приоритета, она действительно несбалансированная. И если мы все-таки как раз, наконец, вернемся к тому, что написано в Гражданском кодексе, а в Гражданском кодексе написано, что арест дает залог. И что это не только арест в пользу гражданского правового кредитора, но и в пользу публичного кредитора тоже, как и в Германии, а мы, в общем, в Германии заимствовали этот институт, мы его не придумали, то тогда как раз мы получим такую систему, которая будет более сбалансирована, когда налоговый орган не окажется в позиции все время проигрывающего. А будет такая вот довольно честная игра. Где-то банк залоговый, а где-то налоговый орган. И это позволит снизить остроту ситуации, объективно смягчить аппетиты налогового органа, и мы будем в более лучшей ситуации. Пока этого не будет, они все время будут бороться за приоритет по налогам. А у них должен быть другой, нормальный, более мягкий приоритет. Кстати говоря, и зачет они тоже не могут сделать по налогам, и это тоже странно. И они и этого приоритета не... То есть у нас налоговый орган самый обиженный в этом смысле. И если мы как раз, да, вот еще один мой такой тезис, что если мы, наконец, разрешим зачет при банкротстве, то налоговый орган успокоится. То налоговый орган станет спокойнее. Ну, совсем он не успокоится, это мы понимаем. Но то, что он станет спокойнее, и у нас появится ему аргумент, но ты не все время проигрываешь. В этом я абсолютно... И последнее, я бы хотел сказать, что как раз вот очень сказать большое спасибо Центральному банку, потому что все мы помним, вот есть такой прекрасный телеграм-канал, называется «Банкротство на дне». Вот, благодаря которому, так сказать, публика увидела, что Центральный банк очень поддерживает идею либерализовать зачет при банкротстве, за что ему большое спасибо. Ну, мнение Центробанка мы узнаем в конце, как я и обещал, а сейчас я предоставлю слово присоединившемуся к нам, то есть человеку-оркестру Юлию Таю, и как раз, я думаю... Он, как та баба-яга, которая против, по крайней мере, ранее он об этом выступал, он сможет ответить на аргументацию Олега Романовича все-таки. Или, может быть, Олег Романович его сейчас убил просто своими аргументами, и Юлий Тай скажет, да, он и за зачетный, и за зачет при банкротстве, и за арест при банкротстве. По сути, у нас вот начало обсуждения, просто каждый из спикеров высказывается о плюсах-минусах и нужно ли все-таки переломить ту практику, которая есть в отношении запрета зачета при банкротстве и запрета арестного залога при банкротстве. Да, спасибо большое, я всех приветствую, большая честь вот выступать в таком круге специалистов и включенных, заинтересованных людей, что особенно приятно говорить после Олега, на самом деле Олег Романович, он за банкротство убить точно может, это я абсолютно уверен. Несмотря на и то, только, что добрый человек, да? Невероятно добрый гуманистический человек, но за банкротство он убить может точно, я в этом абсолютно уверен, не в смысле, что мне известны случаи, но я в этом абсолютно уверен, степень его как бы приятия, интереса и любви к банкротству, она уносит именно такой
такой характер. Вот, я постараюсь свою жизнь сохранить, она мне как-то, у меня были немножко такие долгоиграющие планы на эту сессию. Поэтому я постараюсь как-то так совсем жирновато себя не бросать, но, тем не менее, я все-таки склонен не согласиться с Олег Романовичем по ряду причин. И, значит, первое, хотелось бы начать базового постулата. Ну, он рассказывает о том, что банкротство, я вот цитирую его, банкротство – это, в принципе, это ужасно. Я абсолютно согласен, банкротство – это, в принципе, ужасно. Вообще моя вся внутренняя суть, она взывает и вопиет. Она говорит, ну как же так? Вот тебе должен человек денег, а он тебе их не платит. И государство, и пропорядок тебе говорит, ну вот так вот, shit happens, да, вот такая вот ситуация сложная, ты не получишь своих денег. Поэтому с этим общим постулатом я как бы согласен. Но тут есть одна большое но. Дело в том, что раз мир так несовершенен, и вот так иногда бывает, что деньги не возвращаются, и обязательства не исполняются, и государство говорит, ну и ладно, то значит мы не можем жить вот в таком режиме солипсизма, да, как бы незамечания мироздания. Да? Вот оно есть, а мы его как бы не видим. Оно все-таки объективно существует, предприятие объективно банкротится, частные лица банкротятся, и обязательства не будут исполнены никогда. Поэтому тут дальше идет политика права. Я считаю, что никакой, как ни парадоксально, логики в банкротство нет. Ничего нельзя довести... Нет, я вот, слушайте вначале. Я имею в виду не то, что вообще нет логики, я имею в виду, что здесь воли больше всего, политической воли в том или ином суждении. Я уже неоднократно высказывал свое суждение, что есть принцип прората, а весь закон банкротства, и чем он становится толще, а я об этом утверждаю, он пухнет так, как вот, я не знаю, как что, по-моему, больше ничего так не распухает, как закон о несостоятельности банкротства. Так вот, с каждым его распуханием появляются все больше и больше вбрасывания лоббистских усилий, что самое для меня неприятно, даже не то, что эти исключения появляются, бесконечное количество исключений, которые все говорят, вот у них, пожалуйста, все в очередь, а я вот тут вот сбоку, мне только спросить. Вообще тема «мне только спросить»? Это такая очень русская, российская тема и привычка, да? То есть все пускай подождут, а мне вот сейчас срочно. Поэтому, опять же, чисто с человеческой точки зрения, я это все приемлю, я это все понимаю, что, конечно же, вот приведенный пример, я могу привести еще 100 тысяч примеров, когда, ну, несправедливо же так, что вот я отдал деньги, а мне их не возвращают. Или кому-то вернули, а мне нет. В стройке ли, в банках ли, в любой деятельности. Поэтому в целом тут, наверное, говорить о правильности и неправильности нехорошо. Зачет традиционно у нас не принимается, я объясню почему, как мне кажется. Мое историографическое и такое внутреннее суждение и мнение заключается в том, что зачет в том числе не принимается, поскольку он очень легок к злоупотреблениям, особенно в условиях Российской Федерации. Поэтому есть входное суждение, почему у нас зачетом, собственно, не разрешаются оплата судебных расходов также. Почему нам надо доказать, что ты юристу уплатил денег? Не должен, не будешь, не выдал вексель, а вот прям принес кэш, ну кэш, в смысле безналичный кэш, и заплатил. А до того ты не понес расходов. Почему такая жесткость к этому утверждению? Потому что тоже законодатель заведомо презюмирует недобросовестность участников. И я... Это плохо, да я с этим, к сожалению, вынужден согласиться. Более того, я полностью поддерживаю Олега Романовича в том, что мы очень любим играть в слова. У нас есть общее правило, мы придумаем какое-нибудь новое слово, и под это новое слово придумаем новую концепцию, которая говорит, что вот для всех вот так, а вот здесь исключение. Потому что лоббисты, которые топят за лизинг, спасли одних, за банков своих, налоговики говорят, мне, пожалуйста, первую очередь, и так далее, и так далее. И так каждый хочет. Кроме того, вот не могу не возразить, хотя это никакого отношения к залогу, к зачету и арестантскому залогу как бы не имеет отношения, но я не могу не сказать о налогах, и вот таком многострадальном, о чем Олег Романович что-то нам рассказывал, вот эти все плачи Ярославны о бедном налоговом органе, которому надо замолвить слово. Не категорически не согласен. Я считаю, что налоговый орган обладает самой большой властью, самой большой степенью информированности, самым большим репрессивным информационным и прочим механизмом, организмом и так далее. И самое главное, он-то, в общем, налоги получает ни с чего. Он должен их, в принципе, с прибылей получать, а не с убытков. Поэтому, когда и если предприятие дошло до банкротства, кроме криминальных выводов, но с этим просто по-другому надо бороться, то он, как раз-таки, мне кажется, где-то там ближе к концу должен стоять. Потому что, ну, представим себе, есть предприятие. Я туда поставил юруслугу. Олег Романович Цемент. Рустем Тимурович поставил, я не знаю, там что, арматуру. И все остальные участники там вложились, чем смогли. Да? И потом приходит налог и говорит, мне, пожалуйста, мое отдайте. Дом встроили, но не достроили, или достроили, но плохо, неважно. То есть мы все должны почему-то подождать, да?
а налоговый орган должен получить. При том, что гешефт не сложился, да, как бы вот бизнес не получился, но налоги должны получить свое, а мы как бы нет. Поэтому я в этом никакого здравомыслия и не вижу никакого аргумента и в защиту. Достаточно, в зачете достаточно, а еще раз говорю, логику, что можно и что нельзя, я могу обосновать и то, и другое. Помним тот знаменитый анекдот про министра финансов, расскажи, что происходит, он начинает ему рассказывать там какие-то экономические сложные термины, он говорит, это я и сам могу, ты мне объясни, что происходит. Рассказать я и сам могу, объяснить, что происходит. Вот так и здесь. Я считаю, что про зачет, как обосновать хоть то, хоть другое, можно написать толстую книжечку, но правда заключается в том, что политическое государство должно для себя определиться, кого оно поощряет, кого не поощряет. Единственное, что для меня важное дополнение, что я считаю, что сейчас вот эти все исключения происходят двумя способами, и оба они неправильные. Первое – это внесение изменений в закон под воздействием лоббистских включений, в самом плохом смысле слова лоббизм. Я не имею в виду коррупцию, но имеется в виду, вот узкая группа интересов протаскивает свой интерес, наплевав на всех остальных и на все остальное. И вообще и логику никакую не приводит, и даже вот те толстые книжечки, которые, я говорю, можно написать под эти доводы, они никаких, конечно, не приводят. Просто волюнтаристский, будет вот так, и все. И он, вор должен сидеть, я сказал. Вот, и все, в такой логике. И второй вариант, когда это появляется через определение Верховного суда или через обобщение практики, это тоже неправильно и нечестно, не потому, что у нас не прецедентная система права, это, конечно, глупости все, а потому, что когда принимается это решение, оно принимается ad hoc, а... И Б, общество не имеет возможность, просвещенное сообщество, вот в виде вот этих лиц и вообще всех-всех-всех заинтересованных лиц, не имеет ни возможности, ни права не высказать никаких аргументов, которые опровергают верность или отсутствие верности этих суждений. И теперь к вопросу о читаем ГК. Вот я сразу хотел сказать, переходя уже к залогу. Да? Он у нас прописан, как же мы его отменяем? Да, мы его отменяем. Ну, Олег Романович, я вспомнил тут сказать, что вы здесь же читаете ГК все-таки в режиме, ну, во-первых, надо читать не ГК, а все законодательство в совокупности только, а у вас получается здесь читаем, здесь не читаем, здесь рыбу заворачиваем, да? То есть, как бы, где мы нам нужно, мы его замечаем. Он у нас, конечно же, есть, но там нигде не написано в ГК, что в банкротстве это исключение не работает, как для всех остальных. Поэтому практика и жизнь породила ту правовую позицию, которая имеет место быть, с которой, еще раз говорю, можно соглашаться или не соглашаться, но я считаю, что исповедовать здесь надо генеральную, ну, как бы, логику, которую придерживается правопорядок и считает, что для общего интереса хорошо одно или другое. А это называется, и этим я закончу, контроль регулирующего воздействия. Во-первых, судьи в идеальном положении вещей, когда принимают это решение, должны об этом заботиться и озадачиться. Как делает Конституционный суд? Прежде чем вынести какое-то правовое суждение, он собирает компаративистику, он собирает цифры, статистику и так далее. При правильном положении вещей. И все это измеряя, взвешивая на весах своих сложных, таких высокосудных, да, он говорит, обществу будет лучше, если мы будем защищать арестный залог. Или мы, взвесив вот этот общественный интерес на весах, мы не будем его защищать. Вот это качественное суждение. И что бы ни сказал Верховный суд, я готов с ним согласиться, готов его поддержать, не догматически. Догматически я могу с ним спорить или не соглашаться, неважно. Но для правопорядка, для частных лиц, для конкретных споров, для принятия бизнес-решений теми людьми, которые принимают эти бизнес-решений, для них должна быть существовать нормативная определенность, что так можно, а так нельзя. Если мы будем подстраивать каждый раз, под каждый кейс, под каждый случай, никого не спрашивая и ничем глубоко не интересуясь, а самое главное, после того, как оно появляется, даже такое определение, конечно же, вот в том числе банкротный клуб, я на это очень надеюсь, что он будет системно этим заниматься, он должен высчитать регулирующее воздействие. И через год сказать, уважаемый Верховный суд, через Амика Курия Бриф, который я тоже надеюсь, что заработает, где будет сказано, уважаемый суд, сообщаем и доводим вас, что вы разрушили или разрушаете мощнейшим образом экономику, потому что, и дальше не эмоции, не вот какие-то розовые вот эти все флуктуации, а вот прям четкие, внятные цифры. Тут стало плохо, тут ухудшилось, это закрылось. Юлий, к вам вопрос сразу по горячим следам. Вы сказали, что вы противник зачета, потому что в первую очередь это большое поле злоупотребления, но нелогично ли здесь тогда бороться с этими злоупотреблениями? Не получается ли у вас, что вот вы говорите, да, случаются автокатастрофы, гибнут люди, давайте запретим ездить на машинах. Вот не такая ли логика вот здесь у вас? Да, наверное, такая. Вопрос частоты этих событий. Я могу на это ответить очень просто. В Европе можно употреблять алкоголь. И вот мощнейший камин-аут. Я, когда нахожусь на отдыхе в Европе, я очень часто управляю автомобилем после разрешенного объема алкоголя принятия
И при этом я не встречал никаких кризисных ситуаций. А у нас гибнет, я боюсь сейчас ошибиться, 23 тысячи человек за рулем, не только от алкоголя, безусловно, и так далее. Поэтому, когда мы все это, об этом всем рассуждаем, мы все-таки, опять же, извините, Карфаген должен быть разрушен, а контроль регулирующего воздействия. Хорошо или плохо? Можно поступать, законодатель делает вилку, делает свое решение, а дальше мы должны проверять. И если мы меняем это, мы не должны это делать произвольно. Почему я сравниваю это с алкоголем? И здесь не просто какая-то мне вдруг это пришло в голову в связи с legal на Рубинштейне, вчерашними событиями. Совершенно не поэтому. А я об этом говорю в том смысле, что, если вы помните, у нас вот эта доза алкоголя в крови допустимая, она то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. И никто никогда не объяснял ни одному автолюбителю, ни гражданин страны, зачем повышают и зачем понижают. Я читал специально сеть сопроводительные справки. Спасибо, Юрий. Понял. Маленькая реплика у Олега, да, сразу. Просто аргумент про недобросовестность, или иначе говоря, аргумент про то, что требование контрагента к массе может быть необоснованным, потому что свое необоснованное обязательство очень опасно создавать. Очевидно, речь идет о необоснованных требованиях к массе. И этот аргумент исторически уже не верен. Потому что действительно, вот Руслан об этом и стал говорить, исторически отрицательное отношение к зачету в России сформировалось именно потому, что на начальном этапе 90-х, начало 2000-х, мы не умели бороться с необоснованными требованиями в процедуре. У нас не было нормальной процедуры установления требований, у нас не было субординирования займов акционеров, у нас не было нормальных стандартов доказывания и так далее. В 2019 году мы имеем просто практически идеальную систему установления требований к банкротству. У нас нормальная процедура, у нас субординация займов акционеров, у нас повышенный стандарт доказывания. Поэтому мы сегодня, у нас нет проблемы необоснованных требований. В этой ситуации этот аргумент исторически утратил значение. Спасибо, Олег. И нам очень интересно мнение банка. Да? То есть мы вот пригласили на нашу поляну около костра также и представителя крупнейшего российского банка, Сбербанка. И вот вы, как по статистике самый защищенный кредитор в банкротстве, как вы относитесь к тому, чтобы поделиться вот этим монопольным залоговым правом со стороны банковского сообщества и допустить каких-то иных залоговых кредиторов в банкротство? Так, уважаемые коллеги, добрый день. Спасибо большое, Рустем Тимурович, за предоставленную возможность высказаться по этой теме. Ну, давайте я попробую сначала по залогу судебному. Да, я не представил, Андрей Смирных, да. Ну, изначально уже меня представляли, так что ничего страшного. Да, арестантский мне не нравится, давайте все-таки будет арестный, лучше даже судебный залог, как он канонически называется. Пусть будет судебный. Ну, на самом деле, мне кажется, что судебный залог может быть довольно органично связан с банкротством, в принципе. Вот в той книге, про которую говорил сейчас Рустам Тимурович, книга Гальмстена по оспариванию сделок, там в принципе... Да, и мы ее также подарим Юлию Таю. Да, здорово. Да. Олегу не дарим, у него уже есть. Да. Вот. Там в принципе сама возможность оспаривать сделки кредиторами увязывается вообще с самой концепцией залога в силу судебного акта, то есть судебного залога. То есть, в принципе, эта концепция нормальная, абсолютно нормальная, работоспособная. И за то небольшое сравнительно историческое время, когда у нас допускался судебный залог в нашей практике банкротной, тоже никакие основы потрясены, в принципе, не были. Пусть практика была неоднородная, иногда довольно, может быть, противоречивая, но ничего такого радикально скверного из-за этого не произошло. Поэтому, в принципе, мне кажется, что залог, возникающий из судебных актов, он вполне допустим, он вполне может иметь право на существование, но с точки зрения банка как кредитора мы видим здесь два условия, чтобы он существовал и чтобы он работал нормально. Первое условие – это то, что он не должен конкурировать с залогом, который установлен в силу договора, да? Потому что если залог судебный, арестный залог конкурирует с тем залогом, который был установлен исторически раньше, на основании договора, да, это будет разрушать саму идею залога как обеспечительного института, и радикально негативное влияние окажет, в частности, на сектор кредитования в целом. Это первое. Ну и второе, вот я употребляю термин «судебный залог», и я как раз намеренно это делаю, да, потому что судебный залог – это залог в силу судебного акта, а не в силу какого бы то ни было административного акта или акта иного юрисдикционного органа. То есть это именно залог на основании акта судебного. Потому что если можно было бы установить залог в силу иного юрисдикционного акта, административного акта какого-либо органа, в том числе уважаемого налогового органа, то это, в свою очередь, довольно сильный перекос бы создало, поскольку обычному регулярному кредитору необходимо было бы обращаться в суд и проходить определенные судебные формальности, каким бы ни было быстрым и эффективным судопроизводство, это занимает определенное время, а административный орган, в общем-то, может гораздо быстрее и
оперативней подготовить и реализовать административный акт о наложении ареста или иной обеспечительной меры. То есть вот при соблюдении вот этих двух условий, что судебный залог действительно судебный и что он не конкурирует с залогами договорными, мне кажется, что в этом нет ничего дурного, учитывая, что практика, в принципе, ничего дурного не показала, когда она существовала. Это то, что касается залога, то, что касается залога, возникающего из судебного акта. Ну и второе, по поводу зачета. Здесь, наверное, ситуация несколько более сложная, и для меня она несколько более сложная вот по какой причине. Как правило, там, где допустим зачет банкротства, ну вот я в большей степени понимаю английскую систему, да, или канадскую систему, например, там суды довольно глубоко и серьезно погружаются в суть хозяйственных отношений между контрагентами. То есть, если, например, там аргументированная исторически уже тысячу лет позиция, да, что если между странами есть... При наличии спора, конечно. Конечно, конечно. Что, ну, а здесь в любом случае будет какой-то банкротный спор, да. То есть, если у нас идет речь о ситуации, когда есть контрагенты коммерческие организации, у них есть какие-то устойчивые хозяйственные отношения, они могут заниматься там встречными поставками, в какой-то определенный период времени, там, на отчетную дату они производят сверку расчетов, а в остальное время они деньгами не пользуются. Но здесь, конечно, мне кажется, нет рациональной причины зачет не допускать. Ну, опять же, делаем оговорку, если идет речь о добанкротных требованиях, о требованиях, которые возникли до момента либо там введения процедуры, ну, какого-то четкого банкротного момента. Но при условии, когда в большей степени наши суды склонны ориентироваться на формальные доказательства, да, и на более какой-то формализованный процесс, может быть, просто с большим вниманием нужно будет к этому отнестись и постепенно допускать зачет, начиная с каких-то таких очевидных коммерческих ситуаций, встречных поставок, да, чтобы более или менее плавно он вошел... То есть вы считаете, как у нас правопорядок идет, он идет, в принципе, по нормальному пути. Сначала лизинг... допускаем, да, наверное. Потом ввести вот общий... Потом поставок, подряд. Да, 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 совершенно верно. То есть плавное, постепенное движение, а не революционное движение, потому что революционное движение, как правило, не очень эффективно, либо эффективно там, где, может быть, лучше бы они эффективными не были. Вот. Ну и что касается зачета добанкротных с постбанкротными требованиями, да, ну канонически, наверное, тоже это недопустимо, и это допускать и в России тоже не стоит. Но вот, например, канадский правопорядок предлагает довольно любопытное на этот счет решение. То есть если мы говорим о классической процедуре банкротной и ликвидационной, об условном конкурсе, там нельзя ставить добанкротный к постбанкротным зачет. А если это реабилитационная процедура, то при определенных условиях это делать можно. Но я так понимаю, что логика там такая, что реабилитационная процедура в принципе создает некоторую иллюзию, не иллюзию, но нормальной обычной хозяйственной деятельности, в которой зачет допустим. Но вот здесь вот постбанкротный к добанкротным, наверное, для России это не актуально. Ну и в принципе, если взять такую вещь, как, я не знаю, как перевести, не ругайтесь только, там квадратные и треугольные зачеты, да, square set-offs, triangular set-offs, наверное, треугольные зачеты допустимы в определенной ситуации, квадратные недопустимы, но это же отдельная тема, наверное, не будем уже на этом останавливаться. Ну да, это очень глубоко, я думаю, это можно будет уже на банкротном клубе обсудить более тонко. То, что я сказал, да, наверное, зачет должен отпускаться по чуть-чуть, вот так вот, больше внимания уделяя хозяйственной стороне, да, потому что, конечно, очень большие возможности для злоупотребления со стороны кредитора это создает, ну, в частности, там, постбанкротный к добанкротным, да. Но, тем не менее, это нормальная вещь, и выплескивать с водой ребенка не стоит. То есть, наверное, тоже в перспективе это должно быть допустимо. Спасибо. Спасибо вам. Я рад поприветствовать Романа Бевзенко, он к нам присоединился. Это как раз тот человек, благодаря которому мы все сегодня собрались, да, благодаря ему в ГК и попала норма, насколько я знаю, если Роман это не так, о арестном залоге. Константин. Вы всех послушали, вы как раз тот самый, благодаря которому у нас появилась в какой-то степени теория сальдо, или развилась теория сальдо и на подрядные отношения тоже. Вот, как вы ко всему этому относитесь? Константин Гречанин, заместитель директора Департамента судебной практики ПАО НК «Роснефть». Вот вы всех послушали, что скажете? Добрый день, уважаемые коллеги. Тут не знаешь, кому податься, то ли к умным, то ли к красивым. Значит, отношение к обеим ситуациям, оно у меня на текущий момент такое двойное. Почему? Ну, Юлий съел половину моей речи, видимо, знал, что я буду говорить, ну ладно уж. Вот. Почему я об этом говорю? Да если начинать, первое, с арестного залога. Значит, арестный залог, все мы понимаем, откуда он возникает. Он возникает из обеспечительных мер. И все мы прекрасно понимаем, как эти меры в России у нас принимаются. То, о чем вчера было сказано, в том числе на столе ФНС, о том, что если вы подадите два абсолютно одинаковых ходатайства о принятии обеспечительных мер в Москве и где-нибудь в регионе, в Москве с вероятностью 99% вы получите отказ, а в регионе вы получите
удовлетворении этого заявления. И это что подразумевает? Это предполагает, что здесь получается элемент случайности. Закон, и тем более закон о банкротстве, когда у нас на копейке 10 человек, не должен допускать никакой случайности. Должно быть всем изначально понятно, когда возникает процедура банкротства, кто на что может рассчитывать. В этой ситуации кто-то оказался не просто проворней, как говорит Роман Бюзенко о том, что право любит активных. Это действительно так, но здесь не только активность, здесь и элемент случайности. В свою очередь, закон о банкротстве должен предполагать применение нормы там, ipsa iure, то есть не нужно ее искать где-то, она должна быть сразу написана. Следующее, что делать тем, у кого требование созрело непосредственно либо в преддверии банкротства, либо уже во время банкротства. Они никакой обеспечительной меры уже здесь не получат. Потому что если это после введения наблюдения, соответственно, их требования должны быть рассмотрены в рамках дела о банкротстве, и значит, они уже, имея абсолютно равный, а возможно даже больший объем требований к должнику, будут в условно, скажем, в очередности или в приоритете, да, они будут ниже тех, кто получил эту меру. Поэтому это главные вещи, которые нас должны при том принимать направление, там, двигаться в этом направлении или нет, я считаю, что это в первую очередь нужно учитывать. Никаких случайностей быть не должно. Абсолютно правильно Юлия говорит о том, что наш закон, он уже не закон о банкротстве, а закон исключения из закона о банкротстве. И мы предлагаем сейчас продолжить развивать вот эту тему о том, что, ну, вот сейчас одним дали, и нам бы тоже. Да не должно быть так. Надо, наоборот, с этим бороться, а не позволять развивать вот эти исключения. Ну, и... либо дать всем, нет? Сейчас мы дойдем до этого. Нужно ли давать теперь всем? Вот на сегодняшний день, вот абсолютно правильно говорит Олег Романович о том, что вот, в других правопорядках это разрешено. Но для меня, в принципе, никогда не аргумент о том, что у кого-то можно, а вот нам бы тоже не мешало бы. Мы уже знаем примеры в своем законодательстве, когда у других было можно, и мы инкорпорировали себе, но, мягко скажем, не очень удачно. Разрешать всем или нет? Вот для того, чтобы разрешить всем, нужно установить единые правила. Вот известная мне на текущий момент компаративистская работа, которая у нас есть, которая сравнивает между собой правопорядки, это единственная статья Андрея Владимировича Егорова, которая более-менее что-то рассуждает. Да? Других работ у нас попросту нет. То есть мы говорим о других правопорядках, но мы не знаем до конца, почему те самые зачеты, которые там есть, или там обеспечительные аресты, почему они были приняты. Я уверен, что там очень много вводных положений было, почему это принималось. И, возможно, в том числе какие-то лоббистские интересы. И это нужно все учитывать. И если мы это не будем учитывать, то мы просто будем ломать точно так же копию. Я не говорю, что я против. Я не говорю, что я против. Действительно, это надо делать, это нужно делать, но перед тем, как давать, мы не должны идти по принципу, давайте вот немножечко сейчас запустим, а там посмотрим. Если плохо пойдет, подкорректируем, а если не пойдет, еще раз срубим. Надо к этому подойти более тщательно. Вот то, что сделал там Верховный суд в прошлом году, да, мы знаем прекрасное дело «Красный квадрат» и дальше развитие по подрядным спорам. Ведь Верховный тоже очень, суд очень осторожен, и он правильно осторожничает, потому что отпустить эту ситуацию, это значит вернуть правопорядок в этой части в хаос. У нас и так закон о банкротстве его лихорадит то в одну сторону, то в другую. То есть Верховный суд сейчас только нащупает определенные вещи. Когда Олег Романович говорит о том, что уже у нас оказывается устоявшийся стандарт доказывания, с чем я категорически не согласен, потому что до сих пор то, что говорит Верховный суд, он градус либо повышает, либо понижает. То есть если там еще пока у высокого правоприменителя нет понимания того, как выстроить правопорядок, да, в этой части, то, естественно, мы должны точно так же придерживаться той позиции, но это мое, естественно, мнение, о том, что нельзя сейчас просто так отпустить и все. Первое, если допускать зачет, точнее, сначала с обеспечительного все-таки ареста, арестного залога, значит, надо сначала понять, для кого мы это делаем. Для всех? Ну, давайте для всех, но получится, что кто-то пострадает. А это, очевидно, пострадает, потому что, опять же, это элемент случайности. Почему мои требования точно такого же характера должны иметь меньший приоритет по сравнению с теми требованиями, в рамках которых получена обеспечительная мера. Мне отказали, а кому-то удовлетворили. На характер требований это никак не повлияло.
И на договоренности, где есть соглашение в рамках договора об установлении залога, да, тоже не влияет. То есть я, в принципе, никак не виновен в этом и был активен, оппонируя Роман Сергеевич Безенко, да, я был активен, но меру не получил. Вы скажете, недостаточно активен был? Ну, в Москве... Не видимо, доказали, все... не смогли. Да, в Москве мы все недостаточно активны, я уже понял. Вот, поэтому... Я против элемента случайности, а за то, чтобы было все четко прописано. Мне нравится, как устроена в этом плане Чехия, как устроена Австрия, где есть деление на периоды, есть условия, по которым это допускается, и нужно исходить именно из этого. И внедрять эту конструкцию только тогда, когда мы понимаем, что это более-менее работоспособное. И не через практику, а через норму. Потому что практика... Ну, мы же знаем, что раньше, если высший арбитражный суд это было основание для передачи нарушения единообразия судебной практики, то теперь у нас Верховный суд только по конкретному вопросу выражает свою позицию. Это что касается арестного залога. Что касается самого зачета, здесь тоже это должно быть в периодах, если мы понимаем, что зачет все-таки имеет ретроспективный характер, а это очевидно, то нужно понимать, что делать с теми зачетами, которые там будут в преддверии, ну, то есть либо за месяц, должны ли они как-то идти по специальным основаниям и точно так же защищаться, либо, поскольку совпадение есть обязательства независимо от времени и до введения процедуры наблюдения, значит, это никак не должно влиять. То есть есть ли какие-то дополнительные основания для защиты, да, какой-то спасительный берег, или это обычная, условно скажем, да, сделка, а это так и есть, вот, обычная сделка, в рамках которой подчиняется общим правилам об оспаривании либо от спасения. Да. Константин, спасибо, но, по сути, вы своим докладом оправдали свое имя, да, константа, постоянный и надежный, да, то есть вы призываете не торопиться здесь и взвешенно продумать и провести. Но, в принципе, то есть я правильно понял, что к зачету у вас более, скажем так, лучшее отношение, чем к залогу из ареста, то есть при... скажем так, отсечение близких периодов подозрительности, зачет надо защищать, исходя из его природы, из его ретроспективной природы, так? И, так, и небольшая такая еще ремарка. Об этом зачете или о правах требований должно быть известно другим лицам. То есть это надо как-то да, публичить, да. Что если мы вступаем во второй договор с контрагентом, надо говорить о том, что я с ним вступаю в договор, рассчитывая на то, что либо у меня, либо у него на текущий момент есть требование, и я его в последующем зачту. И это должно как-то иметь какой-то публичный характер, чтобы попытаться устранить возможные там злоупотребления, которые неминуемо будут в этой ситуации. Ну вот Константин у меня тоже с языка сорвал, да, то есть Юлию украл у Константина, Константин у меня. Кружок по интересам. Да, пошел. Мадав, Стефан, вы хотели ответить, да, что-то? Thank you. Большое yeah, спасибо. I felt like there's a basic maybe misunderstanding. Мне кажется, может быть, здесь есть какое-то базовое непонимание системы, которая позволяет залог из ареста и зачеты. Это не то, что мы все оставляем на видение случая. Мы не просто так бросаем жребий, смотрим, да, что произойдет в экономике. Это работает не так. У нас есть два базовых принципа. Если мы посмотрим на добанкротные процедуры, вне банкротные процедуры, мы доверяем свободе контракта, свободе договора, свободе решений. Вот это доверие, оно очень важно. Вы свободны вступить в контрактные отношения, вы свободны в получении договорного залога. В бизнес-обществе есть доверие к бизнес-партнерам, контрагентов. Конечно же, если вы работаете в рамках кредита, вы можете добиться успеха, можете не добиться успеха, может быть, будет случай мошенничества, может, просто кто-то тяжело заболеет. Здесь мы работаем на основании взаимного доверия. Но что же произойдет, если вдруг что-то пойдет не так, в силу любой причины? То есть мы здесь говорим не о случайности, а о свободе, о доверии. Почему мы защищаем зачет при несовершенстве?
несостоятельности. В чем базовый принцип? Так это в том, чтобы уважать добанкротные права, в том, чтобы уважать доверие. Если мы создаем договорный залог, либо у нас есть какие-то требования в рамках гражданского законодательства, то тогда все стороны, которые участвуют в процессе, могут доверять этим требованиям, им даже если они совпадают, то, может быть, сегодня вы и не можете требовать соблюдения ваших прав, вы можете потребовать этого завтра в случае несостоятельности. То есть это, опять же, правило, которое позволяет получить защиту. Но принцип доверия, он не имеет какой-то распределенной справедливости. Никто не может сказать партнеру по договору, что было бы справедливо подписать или подписать контракт. Все пытаются заработать денег, все пытаются хорошо работать, но вот я выбираю себе этого контрагента, а я этого. Мы свободны. Мы свободны своих решений, и мы живем с последствиями решений. Но в несостоятельности мы имеем дело несколько с другим. Здесь нам нужен принцип распределенной справедливости, и аспект справедливости, он, конечно, становится другим, когда происходит какая-то болезненная вещь. Мы должны понять, кто будет получать больше каких-то неприятных вещей. И должно быть в том, что принцип справедливости соблюдается. Мы понимаем, что в том, что касается залогов из ареста, либо зачета, у нас есть законодательство avoidance laws, которое позволяет нам соблюдать принцип справедливости и позволяет нам избежать каких-то злоупотреблений в том, что касается ареста имущества или добросовестности, то есть в несостоятельности, мы говорим, поскольку вы предприняли такие действия, то тогда сделки с вами подпадают под принцип avoidance law, то есть мы применяем принцип справедливости в законе об банкротстве. В любой юрисдикции мы должны задаваться вопросом, как все сбалансировать. Мы должны уважать добанкротные права, но также должны защищать распределение справедливости. Мы понимаем, что зачет – это инструмент, но при этом у нас есть надзор со стороны суда. То же самое верно в отношении арестных залогов. Мы, опять же, пытаемся понять, бывают ли такие ситуации, когда этого можно избежать. Я надеюсь, что я помог развеять какие-то из ваших тревог. То есть это, я надеюсь, у меня получилось это объяснить. Спасибо. Ну, я понял однозначно, да. То есть я надеюсь, наши коллеги, те, кто слушал выступление, конечно, это очень важно, что добанкротные договоренности должны сохраняться, да, то есть должна быть правовая определенность. То есть это то, на чем стоит такая мера, как защита зачета, и это то, на чем стоит залог из ареста. И как мы защищаем договоренность о залоге банка или там другого кредитора, также мы должны защищать и другие договоренности о вступлении в контракт при наличии кредита, о чем говорил Олег Романович. Также мы должны защищать обеспечительную меру арест наложенный. То есть для меня здесь, конечно, очевидно, но вот давайте итог нашей дискуссии подведет представитель регулятора Екатерина Абашеева. Это человек, который как раз в Центробанке курирует разработку этого вопроса. Добрый день, коллеги. Такая опасная оговорка. Могу перестать быть представителем.
Не оговорка, да. Спасибо большое, коллеги. Я на самом деле вот слушала сегодня коллег, и когда слышала слова по поводу иных конструкций, которые не принято у нас называть зачетом, у меня прямо даже немножко шею устала кивать. Потому что, знаете, такой у нас получается Волан-де-Морт, да? Вот здесь можно, там можно, здесь тоже, но не зачет, просто не зачет. Вот. И вот это, конечно, да, такая ситуация грустная, на мой взгляд, потому что, ну, я, наверное, пару слов скажу о том самом нетинге, который упоминался сегодня несколько раз. Это как раз такой пример незачета в банкротстве, который, в общем, у нас, страшно сказать, с 2011 года вроде как функционирует. Вот. И при этом на сегодняшний день у нас до сих пор вот той самой правовой определенности, даже в отношении такого инструмента, который вроде бы закреплен в законе, ее, в общем, не появляется. Потому что еще в 2011 году законодатель, здесь вот как раз можно сказать о тех, сегодня много раз упоминали, что неплохо бы думать о причинах, по которым тот или иной институт появился в законе. Вот могу на примере ликнеттинга рассказать, почему появился в законе. Ликвидационный нетинг для коллег, если вдруг кто-то там не сталкивался с этой историей, это такой инструмент, ну, по сути, это зачет. Зачет в случае, когда у вас обязательства из деривативных договоров, договоров репо, заключено несколько сделок на условиях генсоглашения, и в случае, если один из контрагентов уходит в банкротство, то вы... обязательства становятся срочными к погашению, срочными к исполнению, рассчитывается сумма взаимных обязательств и подводится итог, некая нетто-сумма, по сути, происходит зачет, и в конкурсную массу попадает только тот излишек, там, если он образовался. Так вот, когда его вводили, а введен он, в общем, к слову сказать, не только в России, а там, в общем, во всех юрисдикциях, где там так или иначе возникает тема деривативов, был один основной аргумент. Боролись с так называемым системным риском. Такой больше известный как эффект домино, когда банкротится одна финансовая организация банкротится, влечет это за собой банкротство, собственно, другой, и дальше по цепочке. То есть такой абсолютно политико-правовой аргумент, за счет которого институт появился в законодательстве. Я бы сказала, что для России, наверное, помимо этого аргумента, есть еще один аргумент там, с учетом некой специфики, потому что получается, по сути, для сделок, по которым контрагентом является кредитная организация, мы, по сути-то, и никакой другой обеспечительную модель подобрать не можем. Потому что если у нас, ну мы хорошо знаем, если у нас кредитная организация выступает не залогодержателем, а наоборот залогодателем, то мы получаем ситуацию, когда такой залог не очень-то кому-то нужен, да, потому что защита вкладчиков, сначала мы удовлетворяем первую очередь, вторую очередь, и потом уже можно из этого залога что-то получить. А по деривативным сделкам получается как раз... кредитная организация часто выступает той самой стороной, от которой, в общем-то, неплохо бы и какое-то обеспечение иметь. Вот это вот такие аргументы, почему институт появился в законодательстве. А теперь последствия, собственно, такого появления. Вот это как раз пример такого лоскутного одеяла, когда вот эти вот квазизачеты, они, с одной стороны, он, с одной стороны, закреплен в законодательстве, а с другой стороны, ясной картины последствий, как будет применяться статья 61.3 там, в части оспаривания, ее до сих пор нет. И, наверное, может быть, таким косвенным подтверждением того, что до сих пор нет нормальной определенности в этом вопросе, является судебная практика. Вот с 2011 года я, знаете, где-то вот год назад так активно смотрела судебную практику, искала, а накануне вчера решила еще посмотреть, что за год произошло. Вот я могу сказать, что с 2011 года хорошо, если так с натяжкой можно сказать, где-то три дела есть, в которых так или иначе этот вопрос затрагивается. И что-то подсказывает, когда вот так мало судебных споров, это вот скорее говорит не о том, что все спокойно в датском королевстве, а о том, что есть некоторые проблемы, по которым стороны так или иначе не очень-то спешат пользоваться этой историей. Что такое, наверное, даже может быть немножко забавное, что ликвидационный нетинг закреплен в законодательстве и имеет такую непонятную базу. А, например, тот же, не знаю, там, обеспечительный платеж, зачет которого, возможность зачета которого фактически легализована на уровне судебной практики, она даже вот большую какую-то правовую определенность на сегодняшний день имеет. Вот, в связи с этим, в общем, представляется, что легализация
легализация зачета в банкротстве, наверное, она была бы позитивна и для вот таких институтов, которые уже фактически введены, для того, чтобы было какое-то единообразие, правовая определенность там, по каждому из них. При этом вот коллеги сегодня говорили, я бы совсем не согласилась по поводу того, что очень неплохо, когда законодательство так поступательно развивается. Ну, немножечко ввели, давайте посмотрим, как получится, еще немножечко введем. Я бы вот сейчас привела пример того, что следующее немножечко хотят ввести. Вот буквально там на днях, наверное, смотрели законопроект, очередной законопроект про самую незащищенную, как Олег Романович говорит, сторону правоотношений и ФНС, которые говорят о том, что очень, вы знаете, неплохой инструмент такой вот квази-зачета в банкротстве, и нам бы тоже неплохо, и на уровне законопроекта предлагают ввести право для ФНС исключительно, конечно, зачитывать неуплаченные налоги против тех налогов, которые переплатил в бюджет, да, сторона. Вот, соответственно, что-то мне подсказывает, что вот это вот развитие поступательное, оно скорее пойдет в эту сторону, чем в сторону защиты тех физических лиц, которые взяли кредит, положили вклад, и, в общем, скорее всего, они где-то будут сидеть в конце очереди с вот этим вот поступательным развитием. Поэтому лично я бы, наверное, выступала за то, чтобы... И, кстати говоря, об ФНС, вот здесь был самый сильный аргумент, почему нельзя в России вводить за счет банкротства менталитет. Вот мы его как раз все время слышим, потому что, ну, вроде как, есть международный опыт, как оспаривать, там, ограничение скупки долгов и так далее. Но аргумент менталитета не бьется. Вот, а ФНС как раз она сильно выступила, потому что, ну, говорит, менталитет мы-то, мы же никогда... Вот, поэтому, в общем, здесь вот... Мы-то самые добросовестные. Да, да, вот здесь есть некоторые сложности. Поэтому представляется, что было бы более разумно с точки зрения правовой определенности уже тех квази-институтов, которые на сегодняшний день функционируют, так и каких-то там вновь появляющихся, рассмотреть это более системно, проанализировать, подумать, какие механизмы стоит имплементировать, там, защитные механизмы, может быть, действительно посмотреть на экономику процесса, а кто от этого выиграет и насколько действительно будет результат. В период вот обсуждения, ну, сейчас идет обсуждение там, очередных поправок в части того же ликвидационного нетинга, я бы сказала, что это такое немножко, хоть я и выступаю, ну, поддерживаю эти поправки, потому что институт есть, институт не функционирует нормально, но это скорее такое латание дыр на этом самом лоскутном одеяле, и вот в период обсуждения этих поправок высказывались предложения, давайте все-таки подойдем системно к этому вопросу, в том числе на уровне правительства, и проанализируем, насколько целесообразно для всех, какие механизмы могут быть и так далее. И сейчас есть предложение о создании соответствующей рабочей группы на уровне Минэка с участием Банка России для того, чтобы, вот, собственно, этот вопрос проработать. Поэтому, мне кажется, очень такой, как нельзя своевременный круглый стол, обсуждение, дискуссия. Я очень надеюсь, что, ну, по крайней мере, на уровень адекватной аналитики, на уровень какой-то подготовки хорошей позиции, такая рабочая группа может выйти, а дальше уже принимать решение целесообразно, целесообразно. Спасибо огромное, Екатерина. И я не могу с вами не согласиться. Я тоже за системное регулирование. То есть, повторюсь, словосочетание «система права», наверное, это мой любимый термин, потому что невозможно... Я уже миллион раз в этом убеждался, улучшить что-то одно, не улучшая систему, не развивая систему. И у нас, Екатерина, тоже для вас подарок, тоже книжка. Константину, опять-таки, мы не подарили не потому, что ему жалко, а потому, что у него уже есть. И поскольку у нас чуть-чуть осталось времени, я... Не могу не воспользоваться тем, что к нам зашел сам Роман Бевзенко, да, то есть тот человек, если он сейчас подтвердит, что благодаря ему у нас норма об арестном залоге появилась или опровергнет. Ну и, Роман, у вас есть буквально 3 минуты на то, чтобы высказать вашу позицию. Вы услышали много аргументов против, я так понимаю, вы тот, кто за. Да. Да, коллеги, добрый день. Можно я не буду ни подтверждать, ни опровергать? Я просто буду констатировать, что такая норма есть в законе. Я, к сожалению, не слышал аргументов «за». Я зашел, когда были аргументы «против». Я вот со своей стороны, как
ну, наверное, как свидетель появления этой нормы в ГК, я могу, наверное, вот такую вещь точно утверждать, что главная причина появления такой нормы в кодексе все-таки была попытка решить проблему обращения взыскания по необеспеченным долгам на имущество, которое находится в залоге. Там мы ведь все прекрасно помним состояние умов 11, 10, 12 годы, когда суды категорически отказывались обращать взыскание на имущество, если оно находится в залоге, по требованию незалогового кредитора. Даже если мы видели явно несправедливые ситуации, когда, например, долг, обеспеченный залогом 10, вещь стоит 100, она обременена залогом, и есть кто-то, кто хочет взыскать 40, а другого имущества, кроме как заложенного, у ответчика нет. И вот в этом случае, конечно, признание ареста последующим залогом решает проблему. Дальше легко заметить, что когда мы распространяем на арест правила о залоге, то все те хорошо проработанные доктрины залогового права, которые нам известны, они очень красиво ложатся в канву соответствующих споров. Ну, например, я не знаю, представим себе, что суд арестовал какие-то строительные конструкции металлические, а потом из них, бах, собрали вышку сотовой связи. Ну, для меня, например, нет никакого труда сказать, что вышка сотовой связи будет... Уже в залоге. Ну, в аресте, да, да, стало быть в залоге. То есть нельзя стряхнуть арест, просто видоизменив вещь. Да? Это вот доктрина эластичности залогового права, которая применяется через пункт 5 334 к аресту, она будет великолепно работать. Ну или защита добросовестного покупателя имущества, который купил арестованную вещь, не зная о том, что... арест есть. Или, например, как донести до всего мира, да, как сделать арест известным ergo omnes всем. Пойдите к нотариусу, сообщите о том, что вы добились вот такого-то ареста в отношении имущества такого-то лица. Может быть, эта проблема не так остра для споров и арестов, которые накладывают арбитражные суды в силу предельной открытости, да, публичности, доступности соответствующих баз. Хотя, может Олег быть, Романович головой качает. Да, может быть, есть проблемы, не я не отрицаю. Легко. Это может быть действительно сложно. Но, слушайте, с точки зрения судов общей юрисдикции, когда мы не знаем фамилии лиц, которые участвуют в споре, мы не знаем сумм, мы не знаем номеров договора, мы ничего не знаем. Мы видим просто слова и скобочки, да, и мы не знаем существо спора. Как вы узнаете о том, что ваш контрагент является ответчиком по такому-то иску, и его имущество арестовано? Это прекрасный был инструмент рассказать всем о том, что я добился ареста вот этого имущества. Поэтому... Роман, 30 секунд. Да, да, скорее вот было вот так. Да, это было про это. Но потом, например, когда я стал рассуждать о том, в банкротстве, как это должно работать, я, например, считаю, что совершенно несправедливо, когда, например, когда лишаются какой-то хорошей позиции в рамках дела о банкротстве, деликтные кредиторы, если вред был причинен их имуществу. Да, то есть, в отличие от обычных конкурсных кредиторов, которые добровольно вступали в сделки с будущим банкротом, деликт ни в чем не виноват. Почему не помочь ему при помощи ареста, который имеет залоговый эффект? В этом случае я, вот, например, все-таки вижу, что арестный залог – это полноценный, настоящий, нормальный залог, а не вот какой-то... Недозалог, как его называют Верховный суд. В который его превратил, да, вот, к сожалению, Верховный суд в деле NBIMO Group. Спасибо. Спасибо. У нас, к сожалению, подходит время. Юлий, буквально 15-20 секунд. Да, да, очень кратко. Я просто полагаю, что вот на основе всего того, что было сказано... И что призываю, вот... извините, всех уже проголосовать, кто не проголосовал. Да, основная проблема вообще и мировой экономики заключается в том, что бедные становятся беднее, а богатые богаче. Вот то, о чем мы рассуждаем, это сделает оба этих института, позволит более обеспеченным стать еще более обеспеченным, более сильным в договорных отношениях, более сильными. И вот такой некий пинг-понг назад Екатерине, возвращаю вот довод о налоговой. Если налоговой дать этот приоритет, что-то подсказывает, вот если это ведут, даже вот я потом с цифрами это докажу на каких-то очередных заседаниях, количество переплат налогов почему-то кратно увеличится. Вот такой необъяснимой причины все у всех увеличится. Давайте не будем так далеко забегать, время покажет. А я, наверное, прежде чем подвести итоги голосования, подведу итоги круглого стола. И я, конечно, за обе формы. Я считаю, что это тот случай, когда российский правопорядок не должен отделяться от зарубежной доктрины, от зарубежной практики. И, конечно, я за зачет при банкротстве, и меня больше убедили сегодня
сторонники того, чтобы зачет при банкротстве работал, и сторонники арестного залога. Хотя надо сказать, что когда арестный залог появился, я его тоже, вот Артем Георгиевич ушел, но я его тоже встретил в штыки. То есть первая реакция была как несправедливо. Но чем больше читал, чем больше разбирался, я перешел в другой лагерь. Да? Это, ну, на самом деле, нам неведомо, что светлее, что темнее, но, по крайней мере, я увидел гораздо больше пользы и для права, и для экономики именно в наличии арестного залога. Единственное, что я считаю, обязательно нужно сделать и проработать, вводя эти инструменты, это опубличить. То есть правила о том, чтобы эти правила были добросовестны. То есть с зачетом это сложнее, но может быть на первом этапе, смотря какую, опять-таки, мы конструкцию возьмем, английскую, немецкую или французскую, они все три разные, там применительно... Если мы остановимся на одной из них, там можно решить вопрос с тем же енотом, с тем, чтобы публичить факт вступления в обязательства. Потому что у немцев, вот насколько и говорил Стефан, и насколько мы готовились, период подозрительности с точки зрения оспаривания считается не по дате совпадения обязательств, а по дате возникновения того обязательства, которое противопоставляется. И, соответственно, очень легко это сделать, загнать в енот. То есть, как бы у тебя есть ты... кредитор, которому, вернее, ты вступаешь в отношения, и ты должен как кредитор, и если ты кредитуешь своего контрагента под свой долг, то иди, пожалуйста, в единый нотариальный реестр налогов, и это как раз решило бы проблему написания вот этих обязательств задним числом, есть в еноте, все, ты опубличен, ты вступил в обязательства под обеспечение своего долга, и мне кажется, эта проблема бы универсально решала. С арестом, тем более, это проще. Вот Роман сказал, получил арест, иди в тот же енот, делай этот арест публичным. Тогда, мне кажется, все бы проблемы снялись. Я вижу вот такое универсальное решение. Ну и давайте подведем итоги голосования. Посмотрим, насколько наш стол так расширить, да. То есть, видимо, банки, они все-таки... у нас здесь больше не банков, да, больше тех, кто страдает от того, что у них недостаточно есть защита при банкротстве. Банки тоже страдают, но меньше. Им не так больно, они более, да, крепкие, Олег Романович. Давайте следующий слайд, следующий вопрос. Ну вот с меньшим перевесом, но видно, что все-таки аргументы сторонников зачета при банкротстве, они превалируют. Тоже большой отрыв, но не такой, как надо защитить. Ну и я попробую выступить предсказателем, я тогда думаю, победит и защита арестного залога. Давайте посмотрим. Следующий слайд. Еще с меньшим отрывом. Но все-таки побеждает. Спасибо всем участникам нашей дискуссии. Спасибо, что к нам пришли. Я надеюсь, было интересно. И можете в том же приложении поставить оценку нашему круглому столу. Спасибо.